Жители Советского, Железнодорожного и Северного районов, чьи дома отапливаются от ТЭЦ, в октябре получат аж 3 квитанции на оплату тепла за июль, август и сентябрь. Из-за чехарды между Квадрой и Орел Теплогазом жители поставлены перед фактом. Оплатить услугу нужно сразу за 3 месяца, так как раньше квитанции за тепло не присылались. Сердобольные энергетики пошли навстречу людям и предоставили рассрочку платежей до 30 ноября. А в администрации города горожанам дали вот такой совет. Единственное, что можно рекомендовать, это эти деньги вкладывать и не расходовать.